Всем привет, дорогие друзья! Решил сегодня приготовить в аэрогриле два блюда. Это стрипсы из индейки у нас будет со специями. И будет есть такие котлеты, вот в интернете нашел, капкейки называется. Это вот мы применим там крабовые палочки, перец, чеснок, лук, сыр. Все это перемешаем, добавим еще яйцо и все это будем выпекать в нашем аэрогриле. Вот. Подготовил две кастрюльки, специи. Также вот в котлетах мы будем применять протеин. И у нас будут они высокобелковые, такие котлетки из крабовых палочек. Ну что, поехали, друзья. Сейчас все это перемешаем. Перемешали, замариновали. Ну вот, чипсы обвалял в панировочных сухарях. И капкейки у нас получились вот такие вот 8 котлеток. Ну, теперь в аэрогриль запускаем. Котлетки поставил на веган, 12 минут 160 градусов, индейку, мясо, 20 минут 100-200 градусов. Ну вот, такие получились стрипсы, очень интересные, поджаристые, хрустящие, а внутри очень сочные. И вот такие котлетки получились, они прям очень воздушные, мягкие. Я сейчас покажу, как это на излом происходит, а вот Наташа сделала. Вот, там получается и лучок, и перчик. И крабовые палочки. Вкуснотища. Вот чипсы на излом. Сейчас вот Наташа со своими цветными ногтями так сломала. Вот. Вот такая потрясающая вкусная штучка получилась. Всем приятного аппетита. Пока.